Дамские капризы, семейные реликвии и шедевр своими руками. Люберецкие паноптикумы готовятся к всероссийской акции «Ночь музеев». Она пройдет 15 мая. Для посетителей подготовлены увлекательные экскурсии в мир прошлого. Так, в Люберецком краеведческом музее покажут уникальные экспонаты из французской коллекции и расскажут о языке намеков с помощью веера. Также желающие смогут увидеть, как рождается искусство. Художник напишет картину у всех на виду. А в Малаховском музее истории и культуры проведут экскурсию по экспозиции «Война, победа, память». Вход на мероприятие «Ночи музеев» свободный.